Пока наша сборная пытается добиться высокого результата на Евробаскете, мы сегодня узнаем, что такое стритбол, младший брат баскетбола. И в этом мне поможет... Максим Клыков, чемпион России по уличному баскетболу 2011. Ну а развеять миф о том, что балерины не умеют играть в баскетбол, мне поможет... Софья Ская, миссис мира, актриса и балерина. Думаю, у любого есть шансы научиться баскетболу, так это уличный вид спорта. Само состояние на площадке довольно-таки неловкое, потому что ребята и высокие, потом они очень профессионально двигают. Я думаю, мы найдем общий язык, я научу тебя баскетболу, ты меня танцевать. Хорошо. Научу тебя танцевать. Давай попробуем. Первые эмоции, ну, то, что человек давно не держал мяч в руках, если вообще держал. Идешь, допустим, в правую сторону, перевод под ногой резко и ушел в другую сторону. Надо длинные ноги иметь. Ну нет, здесь не... А синхронно. Задатки, конечно, есть, так, но ну, балерина все-таки какие-то, ну, физическое состояние в норме. Анастасия Волочкова недавно пыталась сделать этот трюк, но, судя по всему, у нее так и не получилось. Самый эффективный бросок. Издалека, наверное. Да, издалека. Вот до трехочковой дуги, в стритболе это 2 очка, в баскетболе это 3 очка. Можете попробовать. Да. Издалека. А. Офигеть. Еще раз. Это красиво. Это спасибо. Очень красиво. Каждый раз, когда к нему попадал в руки мяч, он 100% забивал его. И чуть-чуть поближе ноги поставь друг другу. Ну вот, ну давай, да. Я сегодня забил мяч 4 раза. А самый эффектный – это, ну, бросок сверху. Ты либо тебе дают как бы пас, навес, вот, и забиваешь навес сверху. Я бы до туда не допрыгнула, даже если бы меня подкинул Цискоридзе, я думаю. Пас! 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 Какая-то разминка у нас сумбурная получается. Ничего страшного. Вот! Есть! Пришло время перейти к игре. Объясните мне правила, я не знаю. Правила, объясните правила. Отдать мне и забить. Нет, не надо слушать. Честно говоря, я не сразу выучила, с кем я играю в команде, а кто мы. Я забываю, кто в моей команде. О, вон, красненький, и твой братуш. Давай. Давай, забей его, пройди, пройди. Здесь. Да, давай. Ты прошу. Нужна очень хорошая дыхалка. Я азарт. На самом деле игра затягивает очень сильно. Надо ближе подойти к нему. Я ногу. На перехват я не стала идти, потому что просто, честно говоря, страшно. Бери мне мяч, да, вот так. Под конец нашего занятия она уже, ну, все-таки поняла, ну, технику броска, ну, и как бы саму технологию. Поняла? Квадратик нужно в него целиться, и тогда он автоматически рикошетит. Конечно, честно говоря, я от себя ожидала большего. Я думала, что поскольку я физически достаточно тренируюсь часто, я думала, у меня будет больше получаться. Очень интересная игра. Каждый должен заниматься своим делом. Балерины должны танцевать, а баскетболисты играть в баскетбол.